Lately you've been running these lonely streets too much. Watching you catch the bus, ain't nobody picking you up. Your smile is too pretty, that ass is too fat for you to ever do that. You're into ever be dude, for you to ever need shoes, for you to ever have to lose. Let me know. Нам осталось 2 километра топать. Мы поднимаемся на Еремель. Там немножечко туман и немного страшно. Вчера говорили, было 600 человек. По сравнению с чудесным, жарким, теплым Крымом, где сухие дорожки, я не знаю, кто по туристов, вокруг все видно. Здесь уже по-настоящему начинает захватывать несколько дух. Мы месим грязь, тут можно заценить туристический уровень. Тут вот тоже, значит, как бы... Все стерильно, зато мы постепенно погружаемся в туристическую атмосферу. В общем, проникаемся мы всем этим делом. Пока нравится. Да? А что будет дальше, вы узнаете в следующем ролике. Знаете, где наш домик? Да. Вон там наш домик, да? Вот там туда. Сидим в нашей избушке. Правда, не на курьих ножках, а вполне себе прекрасной. Нам сегодня, к сожалению, Еремель не покорился. На обратном пути мы потряслись в... В газовой камере. Сзади причем. Там есть часть в кузове, часть оборудованная, так сказать, задние два места. В общем, там, где обычно возят картошку, поставили пару кресел и посадили нас. Там, естественно, воняло бензином. А также у нас был чудесный сосед, который сидел... Вначале он предложил нам медовуху, но мы благородно отказались. Он сидел рядом со мной, пытался выпивать. Когда я думала, не прольет ли он что на меня, но он так умудрялся это все дело закрывать. Совершенно мы с ним не в расстроенных чувствах возвращались с горы. Скорее даже наоборот, потому что, во-первых, мы там гуляли больше 10 километров по всем этим тропкам. И главное, мы ощутили, в общем-то, на своей шкуре, что даже... Подъем на такую гору, казалось бы, там Еремель почти 1600, то есть, ну, господи, там Эльбрус, Эверест люди ходят, что там Еремель? Взял да пошел в кроссовочках. А вот нет, может гора тебя и такая не пустить. Дошел ты до камушка, тебя дождичком сверху вот так вот накрыло, туман, холодно. Начинаешь понимать, что лучше-ка я вернусь в следующий раз сюда. Слава богу, мы там чего себе не переломали, это прекрасное было решение вернуться таки назад. Да. Потому что там оставался 1 километр до вершины. Мы приняли мудрое решение. Тот еще километр. Утро в сосновом лесу. Или Мишки поднимаются на Малиновую, это мой. Сейчас у нас восхождение на гору Малиновая, 1100 метров. Немножечко вырвалась вперед. Здесь прекрасный сосновый лес, просто восхитительно. Вначале мы перешли реку вброд. Судя по описаниям у Дениса Доропея, такая бурная река, но вроде бы мы ее преодолели достаточно быстро, там было по щиколотку. Вот маркировочка. Дорога вообще сейчас достаточно плавненько поднимается вверх, но я
набрала такую скорость, поэтому немножечко тяжеловатенько. Надеюсь, что мы все-таки Малиновую покорим. Стараемся, взбираемся вверх. Пожелайте нам удачи. Сегодняшнее восхождение казалось успешнее, чем наш поход на Иремель. Горные породы благодаря прекрасной погоде нам покорились. И вот я стою на вершине третьей, так называемой, Малиновой горы, самой высокой. И вот, наверное, за мной видны еще две Малиновые горы, на первую из которых, самую дальнюю, мы сегодня тоже поднялись. Ну вот я уже спрятался в теньке, а Алина совсем сбежала, потому что не одни мы любим покорять вершины. Также здесь просто огромное количество мошкары, которая вечером прилетела погреться на камушках на солнышке, потому что в лесу уже тенек, прохладно. В целом тропу, конечно, детской не назовешь, как здесь, ну, как написано на сайте, но при этом относительно Иремель она такая более классная для тренировки, в общем, кардиотропа, потому что достаточно такой равномерный уклон по хорошей грунтовой дороге, очень удобно утыкаться палками и так вот быстренько в хорошем темпе за часик так на какую-нибудь горку залезть. Здесь, в принципе, не такой большой перепад высот, так что, в принципе, за исключением вот этих вот самых-самых верхних участков, где нужно форсировать камни, очень даже миленько. По лесу прохладно, приятно, вокруг красота.